Йо, всем привет! Сегодня хочу вам показать супер результативный бой на Скорпионе Г. Лично я считаю Скорпион Г лучшим премиум танком в игре World of Tanks. Но не всем он подойдет, потому что он картонный. Брони у него нет, пробивается он фугасами. Зато у него есть великолепнейшее орудие с отличной альфой, с отличным пробитием. Плюс у него есть отличная динамика и относительно неплохая маскировка. Коэффициент маскировки 20 с прокачанной маскировкой, что соответствует, например, коэффициенту маскировки AMX CDC ST8 Франции. Опять же, с прокачанным перком маскировка у экипажа. То есть у этого танка есть все для того, чтобы фармить серебро, у него есть орудие, у него есть динамика и маскировка для того, чтобы в некоторых случаях самому себе посветить. Как, например, я это делаю сейчас, сам себе я свечу, жду, когда появится здесь какой-нибудь неаккуратный тяж и запоздалый. Жду, уже почти минуту я жду. Неужели напрасно будут мои ожидания? Неужели? Это пока только тут Т-49-1 елозит, так сказать. Но. Терпение и спокойствие. Секрет успеха в игре World of Tanks — это ожидание. Вот, буквально минутку я постоял и дождался КВ-4, который захотел по кому-то пострелять, но почему-то вместо этого начали стрелять по нему. Начал он подозревать, что что-то здесь не так, и решил кардинальнейшим образом поменять свою позицию. Кардинальнейшим образом решил ее поменять и зайти из другого направления. Присел на каток, решил починиться. Но артовод, судя по всему, каточек ему обновил. И КВ-4 отправляется в ангар. Отлично. Первый легкий дамаг. Плюс разведанные. Плюс настроение улучшилось. Т-49. После выстрела по нему я засвечусь. Скорее всего, надо это понимать. Поэтому надо после выстрела сразу откатываться, не дожидаясь, когда загорится лампочка. Но все равно, я считаю, нужно было по нему стрелять, потому что он здесь опасный противник для меня светит. Плюс как раз 49-го фугасы почти ваншотит Скорпиона в 70% случаев при попадании. Быстро смотрим на миникарту, анализируем ситуацию. Видим, что на правом фланге мы сливаем, противник его забирает. На левом фланге осталось буквально несколько танков. Соответственно, пора приступать к агрессивным действиям и забирать левый фланг, чтобы потом вернуться на защиту базы или на защиту правого фланга. Светится борщ, заряжает для него фугасик. 617 хитпоинтов. Отлично, борщ пробивается фугасами, еще лучше, чем скорпион. И если пройдет альфа, то я его вполне возможно и шотну за один выстрел. Если пройдет альфа, альфа, и спасибо. Дальше заряжаю уже бронебойный снаряд. 246 пробития бронебойным снарядом, 311 пробития под калибром голдой. 490 альфа. Шикарнейшее орудие, прям с огромнейшим удовольствием я играю на Скорпионе. Получаю именно удовольствие от фарма. То есть он как бы и серебро фармит, и плюс удовольствие доставляет. Сушка, минус ствол. Я к тигру пока что некогда. Он в снайперском прицеле воюет с М103. Арта светится, но я ее пока не простреливаю. Значит что? Значит, я стреляю по Яг-тигру, желательно с постановкой на каток. Яг-тигр, подождите. Нет, не стал меня ждать Яг-тигр, но зато здесь есть артовод. Оп, артовод не смотрит на меня, тоже в снайперском прицеле, может, сидит. Впрочем, выяснять это уже некогда. Ис отстрелялся, Ис, молодец, легкий дамаг. Это то, что мне и нужно. Ис, стреляй по 103-му, а я потом постреляю еще раз по тебе. Мне кажется, это отличный вариант. Вообще, он в землю зачем-то стрельнул и отправился в ангар. Что ж, этот фланг мы быстро зачистили. И теперь начинается гонка. Гонка начинается за дамаг. Чуть-чуть я ускорю, буквально на полминутки. Пилот здесь не в простреле. А пока я гоняюсь за дамагом, напомню вам о том, что недавно у меня вышла песня про танки. Если вы еще не слышали ее и не смотрели клип, то посмотрите, ссылка есть в описании. Тем временем загорается у меня лампочка. Отсвечусь я, отсоюлюсь. Кто же мог мне эту лампочку зажечь? Ну, скорее всего, пилот мне эту лампочку и зажег. Сначала была у меня мысль подняться на гору, налево с горы с этой отстреливать. И мили там, и кто там остался. Потом я подумал и решил, что лучше я останусь вот здесь и попробую пострелять отсюда. Со своего суперточного немецкого орудия. Суперточное немецкое орудие. 566 метров до объекта 704. Четко. В пиксель.
полнейшее сведение, четко в пиксель летит снаряд. То есть, это реально шикарный танк, картонный, пробивается фугасами, на нем нужно играть аккуратно. Когда позволяет ситуация, конечно, можно и сагрессивничать, можно иногда и самому себе подсветить в редких случаях. И плюс у него есть вот это вот великолепнейшее, шикарнейшее орудие. Помню, 246 пробития, 490 альфа базовым снарядом. Стреляй, не хочу. Еще это орудие супер точное немецкое. Остается два танка. Возможно, помимо основного калибра удастся еще и взять воина. Е-75, давай стреляй ты. А потом стрельну я. Четко сработано, и 5-4 теряет боеукладку для того, чтобы максимально зрелищно, эффектно завершить этот бой. Результаты боя довольно-таки неплохие, как я и говорил, супер результативные. Калибр, снайпер, воин, мастер. 6к урона. И, кстати говоря, почти 2,5, ну, 2448 чисто опыта с премиумом. Плюшка на резерву здесь, по-моему, 25% была. Потому что на Т-34, например, я недавно настреливал 5000 с 50% плюшкой, мне дали 230. Да, по-моему, здесь 25% была плюшка. Вот такой бой, вот такой фарм, вот такой премиум танк Скорпион Г. Если будет продаваться когда-нибудь еще, я бы вам рекомендовал его купить. Вот. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.